Всем привет! В этом видео мы покажем вам самый простой способ установки водоблока EK-AMD AM4. Вам понадобится материнская плата с сокетом AM4, водоблок на процессор EK-AMD AM4 и впервые в истории нам нужен инструмент. Если точнее, то крестовая отвертка. И последнее, но не... Погоди, что? Слушай, я в последний раз тебе говорю, майонез не равно термопаста. Да, пожалуйста, убери это. Спасибо. Возьмите крестовую отвертку и удалите 4 винта, которые удерживают пластмассовые зажимы вокруг сокета. Совет от профессионалов. Оставьте оригинальную заднюю пластину AMD, а пластиковые зажимы тоже сохраните, в будущем они могут пригодиться. А вот и самое интересное. Водоблок EK для процессора AMD AM4 поставляется с предустановленными шайбами, пружинами и, конечно же, винтами с накатанной головкой. Разве это не здорово? Ха, это был риторический вопрос. А если серьезно, никаких проблем при установке гарантировано. Нанесите небольшое количество термопасты на теплораспределительную крышку процессора. Установите сам водоблок так, чтобы его винты совпали с отверстиями в задней пластине сокета AM4. А после начинайте одновременно закручивать два винта с накатанной головкой, предпочтительно крест-накрест. Не стоит сразу затягивать их до упора, лучше закручивать постепенно, поочередно меняя винты. Поздравляем! Теперь вы можете наслаждаться своим новеньким и крутым процессором AMD Ryzen.